Доля продукции китайских компаний на российском автомобильном рынке многократно увеличилась. Причем речь не только о последних месяцах. Стабильный рост продолжается уже несколько лет. Причин тому много. И это очевидный прогресс производителей из Поднебесной, которые год от года делают машины лучше, и аномальные скачки цен на автомобили, вызванные в частности полупроводниковым кризисом. Не на последнем месте – постоянное расширение продуктовой линейки. Так компания Cherry сперва укрепила позиции материнского бренда, затем к нему добавили марку Exeed, но останавливаться на этом китайцы не планируют. Осенью в России появятся автомобили, выпущенные под новым брендом Amoda. Эта марка призвана привлечь молодых покупателей. Пока существует одна единственная модель – компактный кроссовер Amoda 5, который представили в конце прошлого года. Однако ассортимент марки будет расти. Вскоре его пополнят седан и еще один кроссовер. Под новую марку планируют создать отдельную дилерскую сеть. Однако клиента нужно не только привлечь, но и удержать. Как известно, забота – лучший фундамент для долгих отношений. Вот и компания Cherry проводит акцию, в рамках которой владельцы автомобилей этой марки могут получить бесплатную диагностику. Специалисты сервисных центров проверят работу светотехники, кондиционера или климатической установки. Осмотрят состояние шаровых опор, а также элементов тормозной системы – колодок, дисков и шлангов. Кроме того, тщательному визуальному контролю подвергнутся все основные элементы подвески – шрусы, приводы и выхлопная система. А заодно мастера проверят состояние покрышек и убедятся в отсутствии течей технических жидкостей. Цель компании Cherry – сделать летние путешествия приятнее и безопаснее. Ведь в силу целого ряда причин, в том числе и ограниченного авиасообщения, путешествия на автомобиле по России для многих оказываются лучшим вариантом провести отпуск в нынешнем году. А мало что так сильно портит настроение, как поломки в дальней дороге. Получить бесплатную диагностику можно в любом официальном дилерском центре марки. Кроме того, в рамках акции владельцы Cherry могут воспользоваться системой помощи на дорогах и некоторыми другими полезными сервисами. Акция называется «Заботой о вашем Cherry», и она продлится до 31 августа текущего года. А чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «MyCherry».